Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение с вами. И мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, мне в комментариях написали, почитай новости. Ну, так, наряжайте елку игрушками и мозгами. Вас ждет, о-хо-хо, какой запас праздничной крути и жути. Начните праздник с бесплатным набором героев. Смотрите, как ваша игра расцветает с вечно-зелеными скидками на набор самоцветов. Соберите ужасно интересную колоду с набором бета-каротина, замечательным набором великанус и многими другими. Так, сбор урожая начинается с 21 декабря и продлится до 4 января. Начинайте готовить стратегии. А я как раз выхожу на работу в этот момент. Просто замечательно, ребята. Фартит как никогда. Ну, да ладно, бог с ним. Ну что, ребята, мы начинаем с вами продвигаться по лиге. Не начинаем, точнее, а продолжаем. И давай смотреть, что у нас тут за задачки. Так, выиграйте игру мегавыросшим растением героем. Так, многопользовательская и зубостезилой. Давай вот это попробуем поменять. Уничтожьте 5 зомби. Блин, ну вот мы с тобой уничтожим 5 зомби и выиграем многопользовательскую игру. Это уже будет минус 2 задания, ребят. Ладно, шут с ними. Будем играть за... Мы сразу 3 задания выполним, потому что я буду играть сейчас за зубостезилу, друзья мои. Ну, это если в том случае, если мы с тобой выиграем. Я даже, кстати, не помню, что это за колода, если честно. Так, у меня 14 ранг, у нашего противника 16. Знаешь, что я забыл сделать? Я забыл себе налить чаю, поэтому придется мне обходиться обычной водичкой, ребят. Я надеюсь, вас это не слишком напрягает. Кстати, дай-ка я сейчас гляну, а то... А вдруг опять, блин, микрофон, ребят? В последнее время он меня напрягает. Выключается в не самый подходящий момент. Так, погоди-ка, что у нас тут? Вот это я, наверное, поменяю. Твою налево. У меня у нас колода получается... Так, микрофон работает, ребят, но... Вот я сделаю потише, потому что... я чувствую, что он... Как бы сказать, и коротит. Коротит. Звук будет зашкаливать. Короче, ребята, у нас эта колода на хилах. Ее тяжело реализовать, но если она реализуется, это будет... Это будет круто. Пропускаем пока 5 ход. Бельцебу или Белькибу. 15. Почему так прозвался, я не знаю. Что, друзья мои, он здесь хочет сделать? Давай я вот так сделаю. Превращает. И бонусную атаку. Ради бога, он, ребята, 2 карты испортил. Я не переживаю по поводу огурца, потому что еще у меня один огурчик есть. Так что... еще лучше. Ну, может быть, у него кровожадность, конечно, есть. Ну, поехали. Авокадо. Так, друзья мои, что нам надо сделать сейчас? Ну, для начала, наверное, сделаем вот так. Потом вот так. И вот так. Понятно. Очень неплохая карта выпала, тем более удешевленная версия у нас.
Он взял три карты Гаргантюа. Ну там, естественно, всякие могут быть чудики. Что нам можно здесь сделать? Может быть, конечно, зря я его потратил здесь. Но у меня как бы вариантов особых и не было. Поставить ландшафт. Так, ребята, он что-то... Ага, я уже думал, там задумался что-то. И это все, да? Смотри-ка, что у нас тут с тобой выпало. Этого, наверное, надо куда-то сместить, мне так кажется. Давай попробуем, наверное, вот этого сместить вот сюда. И поставим вот так. Ага. И это все, что он мог сделать, да? Кровожадность. Будет он интересно тратить или... Должна быть у него кровожадность. Но у него также есть заклинание, ребят. Потом мы сделаем, наверное, с тобой вот через этот... Попробуем реализовать бананодум. Я не знаю, почему бананодум. Типа банан, думающий банан, что ли, типа. Вот. 4 и 4, это 8. Нам будет выгодно потом, наверное, применять вот этот орех, ребята. Он, по-моему, все дает. Сдается. Сдулся парнишка. То есть Забастидила у меня выигрывает. И мы с тобой выполняем, по-моему, аж 3 задания сразу же. Если я не ошибаюсь. Раз. А, нам нужно нанести 21 урона. Мы даже ему урона не нанесли, ребята. Он пошел сдаваться. Продолжаем, ребятушки, продолжаем. Слушай, ну это хорошо, 21 число начнется зомби-праздник. Только вот я... Насколько я могу понимать, мы можем найти бета-каротин и великануса? Или как это будет вообще реализовываться? Слушай, фигово, ребята, нам выпало-то. Я, конечно, все понимаю, но... Но вот это-то нифига нам. Так, бананы, огурцы. Если я поставлю его, он будет бомбить? Давай проверим. Заклинание у него должно быть. Типа камня или что там у него, молния. Он шаманит. Он, друзья, решил пошаманить. Как бы и хорошо, и как бы плохо. Кто у него там может быть? Ну, я, если честно, не провожу. Но этого он, скорее всего, сейчас бомбанет, наверное, ребята. Давай пока вот так оставим. Все-таки сюда потратиться решили, да? Ладно. В принципе, неплохо, но хотелось бы что-нибудь поинтереснее. Наверное.
Давай мы этого чудика вот сюда уберем. Поставим сюда банан. Поставим вот так. У него может быть капелька. Вполне, ребят. А! Не, вот он что делает. То есть ему не дает покоя, да? Мой банан. Мой огурец этот. Мой огурец. Бананы есть. Ага, вот что у него тут. Мы, ребят, как-то можем спасти наш банан? Нет, не можем никак. К сожалению, спасти. К сожалению. Давай уничтожать его. Если мы с тобой поставим лужайку. Ботанка, да? Ну, ботанку мы сейчас уничтожим. Слан, слан, здорово. Ботанку мы уничтожим, ты тут без проблем. Давай вот так вот сделаем. Начинает тут свои способности, короче, применять. Я почему-то думаю, что это ему уже не поможет, ребят. Но он отрикошетит кого? И не забывай, что у него есть, ребята, капелька. А сейчас у него сработает, и он сможет его уничтожить. Посмотрим. Будет он применять? Нет, он не стал. Странно. Давай сделаем так. Четыре, пять. Чтобы он его не бомбанул, мы можем сделать... Мы можем с тобой сделать вот так вот, в принципе. И, наверное, еще вот так. Давай смотреть. Так, размещает танцоров. Тут амфибию. В общем, тратится капитально, парень. Капится, тратится парень капитально. Так, что у нас дальше? Если мы ставим этого и захиляемся, мы ему пробьем табло, как думаешь? Интересный вопрос, да? Интересный такой вопрос. А вот сейчас у него осталась капелька, а уничтожить он никого не может. Нет смысла мне пока ничего тратить здесь. Ну ты понимаешь, да, что ему кранты сейчас? Сейчас мы вот тут просто распетрушим. И все. До свидания. До свидания. Он был 11 ранга. Ну, на танцоре надо уметь, ребят. На заразительный сайт надо уметь. А бы что, я бы как. Это серьезный кренделек, так скажем. Так, у нас есть еще ежедневное, ребят, задание. Давайте его попробуем. Взгляд, блин, в будущее. И потом еще в комментарии писали: Рэй, может, ты пройдешь задание заморозга. Ребят, я, конечно, могу попробовать, но это какой-то трэш. За него задание проходить, ну, просто. Хотя на этом уровне, на этом этапе, может быть, и получится, ребят. А что зависло?
Что за подвисания какие-то странные. Мне дали в принципе, ребят, начало неплохо, но я знаю, что если я буду вот этого парня выставлять, он, скорее всего, применит. Вот как он делает. Значит, ландшафт у него есть, да? Давай проверим. Нету? Интересно. А, испугался. Хе-хе, понятно. Все с тобой, парень. Так, ну что, мы сделаем, наверное, вот так вот. Уберем его отсюда. Ну, да что за тормоза-то, ё-моё, блин. Бесит аж. Уничтожает зомби на земле, да плевать мне. 5 в лицо все равно получит. Нафиг. Давай так сделаем. Камон, Тимон и Пумба. А сейчас пускай думает, что он сейчас, интересно, ребят, предпримет. У него еще блок сработает, да? Слушай, вот это хорошо делает. Я надеюсь, он сейчас в блок не попадет. Спасибо. Давай сделаю вот так вот. И вот так. Три, три, шесть. Так. Эту жабу, ребята, бомбим. Нафиг она здесь не нужна. 2 и 6. В принципе, все, наверное, я думаю, ребята. 2 и 6, 8. Да я даже ничего менять не буду. Единственное, что вот это вот сделаю, наверное. А в основном все, лицо будет у него разбито в хлам. В тряпке, в лохмотье просто, ребят. Все. Че он такой? Я на него буду любоваться, что ли, смотреть? Нет. Тотальное уничтожение. Ну что, пошли из-за этого играть. За заморозга. Так, мне сказали пригласить, согласиться всех в друзья забрать, короче. Это кто там такой? А кто мне там вызов кинул? Я не... Блин, хотел друзей набрать, ладно, сыграем. Один, у тебя есть легендарные герои? У тебя есть легендарные герои? Что еще там такое? Герои? У тебя есть легендарные герои? Нет, ни одного. Дайте ему 1000 розыгрышей. И 5 легендарных. Соперников не найдено. А что здесь сейчас за реклама играла, я не пойму. Дайте ему легендарных героев. Ну, так я же сказал, в бой. Так, зе... Нет, это ржавый разряд, ребят. Ржавый разряд. Мне пока нечего ставить, ребят. Валун-то у него 100% будет, да?
Я знаю, что ты думаешь. Можно было бы его убрать, но мне очень интересно было посмотреть, кто у него тут. Допустим. Не, парень, здесь вот не прокатит фокус. Но смысла замораживать его нету, друзья. Что он хочет сделать? Слушай, давай, наверное, сделаем вот так вот. Ну что, ребята, вот. Прям идеально. Идеально подставился. Идеально, друзья мои, он подставился. Давай сделаем так. Хорош пока. Не, у него, конечно, может быть этот телепорт. Телепорт нету. А есть ли смысл? Ну, две энергии получит сверху, да? Давай я сделаю так. Ну да, 2 и 4 нет. Серьезно? А вот теперь... Смотри, смотри, он сейчас... я даже не знаю, что сделать тут. Ну, давай поставим так. Ну, и, наверное, вот так. Давай это вот поменяем. И поставим вот так. Ну все. И все, ребят. Это не спасет. Ой. Ой, кукурузочка, ребят. О, еще лучше. Да все, 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 Слан, можешь даже тут не пытаться. Это уже бесполезно, что ли, делать. Поехали. Серьезно сейчас? Ну, 8 жизней, 4 и 4. Ну.
я нажал. Все другое. Без проблем, на самом деле. Так, ну теперь я надеюсь, мы всех пригласим. Клибери суперогурц. Суперогурчик, типа, хотел на всех, да? Так, ну, где у нас там эти геройские задания? Не повезло мне, ну, конечно, не повезло. Бывает такое. Бывает. Тебе не повезло, бывает, мне не повезло. Так, что у нас там? Используйте три приема питомцев, пока смотритель зоопарка. Я так и не понял, ребята. Используйте три приема, пока смотритель зоопарка находится, ну, типа, в игре. Три приема. Три приема какие? Мои суперские приемы или обычные приемы, которые у нас есть? Это типа там, знаете, заморозить, подморозить, там что-нибудь еще. Какие три приема я должен сделать? Вспышка на солнце была не легче еще, ребята, у нас. Ну что, давай так попробуем сделать. Давай посмотрим. Правда, я уже потратился, офигеть, пол колоды выкинул. Банан. Эть. Эть. Бред какой-то мне выпадает на самом деле, ребят. Вот он, блин, смотритель. Вот он, друзья мои. Если я его сейчас поставлю, он сейчас его бомбанет. Ладно, я пока не буду его трогать. Сюда его поставим в следующий раз. Давай так. И вот так. Он должен, ребята, два банана потратить на него. Угу. Гриб. Где я пока ничего не буду делать. Почему? Мне пока нечего, ребят, ставить, к сожалению. Вот такая вот дилемма. О! Так. Кого там? Молекулярку? Ага. Все, да, получается? Так, этих замораживаем, ребят. И вот это вот тоже замораживаем. Мне кажется, сейчас игра, ребят, зависит. И
Если у него сейчас будет бомба или еще что-нибудь в этом роде. Ох ты, зараза мелкая. Ладно, давай смотреть, ребята, кто у нас сейчас тут. Ну почему сюда именно? Ну почему именно сюда? О, хил это хорошо идет. Хил это, блин, ну прям вот топ. Мы ему сейчас лицо, по-моему, размажем, ребят. Нет такого ощущения. Задание ты все равно не выполнил. Задание-то я не выполнил. Поэтому продолжаем нашу песню певчую. Продолжаем. 20. Почему постоянно мне 22 ранг дают, а? Скажи-ка мне вот на милость. Скажи-ка дядям, ведь недаром, блин, не поменял ты вот эту вот. Я сейчас тупанул, ребят. Когда здесь разыгрывается карта, он убегает, да, утекает. Я понял. Я понял, ребят, что это за колода. Я понял, друзья мои, что это за колода. На комочках этих зеленых, которые при использовании заклинания бомбят. Я думаю, ты тоже догадался, да? Слушай, ну это явно не для заморозки. Заморозка здесь встрянет. У него здесь и откидывания должны быть, и этот. Да дофига, чего у него там должно быть. А у меня нету ничего хорошего, чтобы можно было бы поставить. Козел этот только. Этот-то обратно сейчас ко мне в руку улетит. Угу. Да нечего мне пока поставить, ребят. Все. Ну, здесь еще... здесь что-то просто уровень не нанес мне. Хи-хи-хи-хи-хи. У него, блин, я не помню, ребят, бонусная атака есть или что-нибудь в этом роде? Есть. Так, ну, тут, я надеюсь, блок же сработать должен. Да ты заколебал, а? Семь, три, десять, да? Все, ребят, встрял, короче. Ну что мне тут? Одни заклинания надавали и смысл.
Давай вот это сдуй. Эти заклинания, ребят, я специально набирал для того, чтобы, блин, не этот. Сколько их надо посмотреть у меня в колоде? Должно быть 4. Смотрителя этих. Смотрителя зоопарка. Их 4. Слишком много заклинаний, по-моему, я тут набрал. Че, будем еще пробовать? Тут у нас есть выбор, блин. Давай, поехали. Когда я это задание выполню? Дебильное просто, просто дебильное. Этот смотритель, понимаешь, ты его ставишь, блин. Он стоит 2 единицы здоровья. Мне нужно его... еще прожать следующий ход, чтобы его еще прапать. А его обычно уничтожает сразу же. То камнем, то молотком, то еще чем-то. Еще какой-нибудь ерундой, блин. Понимаешь? Ну давай пропустим, вот, фиг с ним. Давай так вот поставим. Поведется, как думаешь? Я его заморожу потом. Мне нужна бочка. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Что тут у нас? Ну, понятно, что это прокачивается, как всегда. Пропустим ход. Ребят, а бочки у меня нету. Как не было, блин, так и нет. Следующий ход будет 16:32 у этого. Рикошет у него, блин. Да понятно, что сдаемся, ребят. Ну что я могу сделать? Ну что я тут могу сделать? Ну ничего, ребят, ничего. Разгром, ну бесит он меня, если честно.
И мне приходится вот так вот мучиться, блин, с этим смотрителем дебильным зоопарка. Уже слов нету просто. Выпадает одно заклинание, ребят. Карт игровых очень мало. Блин, возьмешь карты зомби, будет выпадать тебе постоянно этот долбанный смотритель. Ну что там у нас Роза чудит, блин. С Розой тоже, ребят, как бы не особо, блин, хорошо получается бомбить. Вообще карты не выпадают. Ну что ты будешь делать? Ну, пипец какой-то. Полнейший, ребят. Батарага это. Лезет еще. Да я просто этих банок, этих склянок долбанных Надо, ребят, убирать эту всю ерунду, блин. Это не дело. Значит, надо на заморозках, ребята, играть. Я не знаю, на заморозках, блин, на чем тут вообще можно играть? Хрен не знаю. Не успел козырь, я убежать. Кого ты сдуешь, мой? Только зомбота ставить, ребята, мне. Че я могу? Ну, 5 в лицо-то неизбежно прилетит. Ну, вот тебе и пожалуйста. Какой ты угой ты заморозки, я не знаю. Давай смотреть, что я хотел. Так, это у нас колода на пиратах. Да фиг ли мне пираты? Пираты это, блин.
Так, подожди, я изменю. Я сейчас уберу, ребят, вот эти вот. Очень много вот таких банок, склянок у меня, блин, дурацких, ненужных. Где они? Блин, колода не та. Четвертая, да, по-моему, была? Вот эти банки, блин, дофига их у меня выпадает. Так. Ну, допустим. Так, допустим. Что мы можем еще с тобой взять? При использовании заклинаний, да? Как там задание? Пока стоит, используйте какое-нибудь заклинание. Какое, блин, заклинание? Хрен его знает. Используйте типа это, чтобы... То ли чтобы он прокачивался, то ли чтобы... Я не знаю. Попробуем так, короче. Я взял, ребята, этих четырех заморозчиков, которые будут мне... Надеюсь, мне помогать в заморозке. Есть и будут. Я хочу бабку эту реализовать. Через сундук. Давай попробуем. Прям шикарная коллекция получается, ребят. Ну давай сделаем это. Это нам сколько дают? 2,2, да? Заморозил, такой довольный. На заморозке, что ли, я не понимаю, собрался играть в бухо. Еще один 5-5. Огурец. Окей, поехали. Интересно, что... Ну да, тут... Тут не сработало у нас. И он превратит его... Thank you.
Так, интересно. Угу. Так, сейчас, секунду. Это где? 5,7, 12. Ну, крышка. Это все равно не то. Я этого хламона, наверное, никогда, ребят, не смогу играть. Этого чертового, как его звать-то, блин? Смотрителя зоопарка. Чуть бабах вышел, блин. Ну давай оставим как есть. Вот ты его выставляешь, и нам нужно, чтобы что-то сделать, пока он стоит на поле. А у него бомбы целая куча. И что я поставлю? Ну, бомбанет, блин. Гака, блин. Если бы он хотя бы на воде бы ставился, было бы, наверное, намного лучше. Бомбу ставит, прикинь. Ну ладно. Бомба дает 6 урона, так? Ну что я сейчас сделал? Их надо замораживать. На грибах. А что на грибах может делать, ребят? Молекулярка, точно. Точно, ребят, скорее всего, молекулярку он хочет влепить. Посмотрим, прав я или не прав. Так, этих чудиков замораживаем. Пока сам не знаю, зачем это делаю. Блин, ландшафт сейчас какой-нибудь поставить сюда, да? Грибной. А у него есть вообще грибной ландшафт? По-моему, нету. Давай сделаем так. Заморозка, потому что... Ну вот посмотрим, ребят. Что-то должно сработать, блин. А что должно сработать, хрен его знает. У него клубника, друзья мои. Клубнику. Если у него клубника выжила, что значит? Значит, жди беды, да? Блин, ну ягодные миксы должны быть. О, нет, ребят, тут похлеще. Блин, похлеще ягодных миксов. Так, ну давай вот так и сделаем. Я не знаю, что там сейчас будет. Как он меня будет долбить? Сюда что ли бомбанет?
Ну если он... Ух ты, смотри. Ну он 4 в лицо, ребята, даст. 4. Так что мы еще живем. 7. Это мы пробиваем ему блок. Все, ему хана. Мы же сдуваем с него блокировку. Да не сработал, ребят. Ну вот смотри, не задействовалось, блин. Используйте 3 приема питомцев, пока смотрите зоопарков в игре. 3 приема питомцев. Насколько я понимаю, ребята, 3 приема питомцев — это подразумевается, наверное, вот змея. Ой, змея. Когда у нас козел есть, вот этот вот. Где он, скажи мне? Или когда бабка прокачивается, но это вряд ли прием. Вот у козла это прием. Вот когда он делает. Вот. При использовании другой зомби получает 2 плюс 2. Вот это уже прием, ребята, получается. Какой еще есть? У кого тут какой прием? Я не знаю. У кого какой... Что, зависло, что ли? Что еще может прием питомцев? Я, например, ума не приложу, что еще может быть за прием у питомцев. Слушай, а это питомец? Если это питомец, то по идее вот у него идет прием, как сносит он эту защиту. Это пират-питомец, да, ребята. Слушай, давай попробуем его взять. Но это опять же нужно, чтобы... Получился, чтобы он сел, и вот эти два. Что, вот это, по-моему, тоже питомец, да? Тоже прием. И у этого прием. Я уже запутался, ребят. Прием. Ладно, давай попробуем. Если хоть один прием какой-нибудь вот сработает, именно когда смотритель дурацкий этот будет стоять. Если я правильно думаю, мне надо, чтобы посмотреть, правильно я у боги, ну, врубаю вот свое подозрение или неправильно. Если правильно, я хотя бы буду знать, в каком, ребят, направлении мне двигаться, какой вектор брать. А то я уже и заклинание применял, и это применял, и не плюсуется. Здоровский, блин. На бобовых, ребята. Хмырь бомбит. Шетил, блин. Mm-hmm.
Так, лопнул, блин. И... Посмотрим сейчас, ребят. Ну, заморозка, если... Я вообще хотел на самом деле вот это применить. Но нам, наверное, и придется это применить. Всему. А ему кранты, ребят. Три и три, все. Сюда. Но опять же, я не... Опять же, смотрителя не было, ребят. Все, все, кто угодно был, но смотрителя не было. Стоп. Так. Блин, а я не помню, смотритель у меня был или не был. Какие у меня из головы все вылетело? Был у меня смотритель или нет? Ну, засчиталось задание. Значит, я правильно все-таки что-то делаю, ребят. Единственное, что вот это вот неправильно. Это... Ой. Да ну нафиг, блин. Пипец, короче. Против ночного колпака, ребята, это будет ужасно. Ну, надеемся на его слабый уровень. Хотя ты видел, меня и восьмой уровень ушатывал. Тут... Много ума не надо. Ну что, если мы поставим вот это вот? Что у нас? Будет он ставить свои грибочки сюда или нет? Как думаешь? Почему-то не стал он ставить свои грибочки. Но второй час ночи Рэй играет, блин. А ведь еще хотел дофига, ребят, что поиграть. Заморозка попердывает, ты видел? Снежинками, блин. Ай, заморозка попердывает снежинками. Смех и грех. Блин, завтра еще на тренировку идти, ё-моё. Здорово. Ну ладно. Сдался, так сдался. Ну что я, ребят, сделал? Ну сдался. Правда, мы... Вы даже не поиграли с ним. Давай мне дальше тогда пробовать. Рыбий жир выпить. Кстати, вам советую, ребята. Омега нужна всегда. Омега жирные кислоты. Держусь. Слушай, мы же когда делаем заклинание, она же прокачивается, бабка эта, да? Да, бабулька прокачивается. Бабуля прокачивается у нас. Он неугомонный с своими бананами. Так, мы... Ну, мы можем сейчас с тобой... Чего мы можем сейчас с тобой? Грибницу ставит.
это все, да? И это все. Хлоп. Потом еще вот так вот. Подожди. Ну, да, так вот здесь. Поехали. Бамс. 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 Так, он банан не тратил. Бананчик он не тратил. Я понял тебя. А вот теперь он потратил, да? Ну что, ребята, замораживаем тогда этот... Чепушилу этого. Этого, конечно, сейчас подобьют нам. Да ты все сам прекрасно видишь. Тут либо один-один по земле сейчас выставит, либо солнечный удар. Тут уж... Тут я не знаю, ребят, что будет. Так. Давай так сделаем. Ну, расставляет грибы, я понял. Ой. Ой. Что будет? Ну, грибами завалит, да и все. Вот, вот все, что будет. А вот он молекулярку, да, влетит? Наверное. Этот, блин, в торец мне зарезает, блин. Что ты сделал, Рейч, сейчас нормально? А, ну, в принципе, нормально. Проиграл я, походу, дела, друзья мои. Потому что этот сейчас в табло мне врежет. А он ведь врежет. Кукурузу! Откуда ты, говнюк, взял кукурузу-то? Срань! Причем всех разнес. И у меня ландшафта ни одного не было даже, чтобы я смог поменять, хотя у меня их там дофигища. Да,
И ни одного гаргантюа не выпало, прикинь. Вообще ни одного. Я уже сомневаюсь, нужен ли мне вот этот вот охламон в игре. Вот этот вот. Нужен ли он мне? Давай, бабаха. Не будь папахой. Ай, Сруль Соломонович. Так, смотри внимательно. У нас есть вот такая возможность сделать. И потом, ну нам нужно 4, чтобы мы вот это сделали и вот это. Но опять же, если он выживет. Если он выживет, ребят. Так, не нравится мне это. Сейчас кое-что гляну, ребят. Звук может включить микрофон. Все будет норм. Что бабаха сделать может? Давай так попробую сделать. А нафиг он сюда поставил его? Я не знаю, нет. Ну, поставил он его сюда, да, поставил. Че, будем ставить? Все. Поехали. Ну да, он 4 хп вкачал, а толку-то от этого, ребят. Так, мы можем торнадо применить. Торнадо применить на ком? На ком торнадо применить? Убрать этого охламона отсюда только, если. О, шея ждать его. Так, сейчас попробуем, ребят, через торнадо. Я не знаю, кого мы там с тобой уберем. Шикарно. Поехали. 5. 5. Ух! Ух, бомбардия. Какие блюда, блин. Ни хрена не шутка. Так, ладно. Слава тебе. Я не знаю, там. Всем слава, ё-моё. Выполнил я, выполнил, друзья мои. Это трудно. Повысьте силу. Повысьте силу 3 питомцев на воде. Все, ребята, убираем этого охламона. Подожди, 3 питомцев на воде. Повысьте силу 3 питомцев на воде, да? То есть... А у нас питомец на воде может быть только один. Раз, два, три, четыре. Опять же, питомцы нужны, ребята. Они, блин, обрадовался, можно убрать. Нет, нельзя убирать. Но вот эти хламоны мне понадобятся. Этого тогда мы убираем. Повысить силу 3 питомцев на воде. Этого мы убираем. Это у нас не питомец, но фиксим, пускай будет. Ну еще надо убрать, блин. Давай так. Еще одного.
Ну давай вот это выберем, фиг с ним. Фиг с ним. Теперь, значит, мне нужно делать вот это, чтобы у меня был дельфинчик. Чтобы дельфинчик я поставил на воду. И... либо его прокачивал, этот дельфинок. Либо... либо что? Либо кого-то на него ставил, чтобы начаться. Я надеюсь, что это прокатит. Так, мне уже ранг дают 34-й, ребята. Противники. Тем более это, блин, орех. Тем более, друзья мои, это орех. Ну что, желуди будут свои ставить, наверное, как всегда, да? Бьюти Джек. Давай, Beautiful Джек. Ну, 34-й ранг, ребята, это уже... ну, уже... солидная игра должна быть. Потому что 34-й ранг. Я на 34-м ранге... ох, отжигал как... бабка в кабаке. По-черному, так скажем. Что тут у нас... лежит... как бабка в кабаке выплясывал. Ладно, что-то он немножко подтупливает. Или что, неужели тебе поставить ничего? Неужели у тебя такая там супер-пупер колода прям? Потом, друзья мои, я в Strike Force, наверное, зайду. Там быстренько надо открыть двух персон... мне это не нравится. У него росточек, что ли, есть? Давай ты, ёпрасты, ну чё тупишь-то, блин, там? Чё он там, всё, что ли, блин? Загрузился по полной программе? Глюкнула игра или чё, я не пойму. Поменяй мобильник, парень. Что мужик походил? Поехали. Мы так с тобой сейчас до 20 ранга, я чувствую, доберемся. Опять орех. Опять тот же самый, что ли? Нет, это эльф. Эльф Жалис какой-то. Ну, Жаполис один. Так, что я сделаю? Я сделаю вот так вот. Я поставлю сюда бабку. Кто бы сомневался. А кто бы сомневался? Так. Окей. А кто бы сомневался? Ему понадобился, ребята, подсолнух. Ему понадобился подсолнух. А зачем? А зачем ему подсолнух? Я тебя понял. Я тебя понял. Так вот и вот так.
Ребята, а нахрена я так тупанул? А? Тупанул под черным. Тупанул по-черному, да? Подожди, не так мы сделали. Что, Нет, тут не заморозка. Я совсем забыл, что они по три атаки имеют. Сука, на воде. Теперь бонг-чой, блин. А начиналось там, в принципе, неплохо, ребят. Кончилось все фиговенько. Да не буду ничего пока ставить здесь. Даже нисколечко не сомневался. Просто вот нисколечко и все. Сундучок раз. Сундучок два. Бомбочка. Бомбочку потратил, да и фиг. Ай-яй-яй-яй-яй. Что же это сделать-то лучше? Давай так. Давай смотреть. Да заморожу я его, заморожу. И тебе тоже не поможет. Все силы в эту фигню бросает. Ладно, это что, ребят? Грибок-то мы убираем, а тут, конечно, немножко не в кайф. Бамс, бамс. Да, его сейчас, наверное, напрягает кое-что, я представляю. У него есть там удар по земле? Он вообще тратил заклинание, я не помню. Интересно, а ты засчитывается, что зомби на воде получил, ну, усилился или улучшился? Ну, я так понимаю, бомбы у него нету, потому что если бы была бы бомба, он бы ее, ребята, уже давно использовал, так? Получается так. Но ее нету, ты видишь. Ну,
Он сейчас может наставить там всякой ерунды, да? Они дают ему сколько? По 4. Раз, два, три. Ну, хорошо, допустим. По земле будет бить, нет? Как думаешь? По земле он бить не стал. Двойной удар. Кого-то поставит. Ну хорошо. Далее что? 5 и 5. Это у него одно. Мы еще вернемся. Удвоение растения. Ладно. Погнали. Ой, еще один хилер. Он правильно сделал, что завтра, потому что там у меня еще один хилер. Зомби, который раскидывал своих партизанщиков. Ну-ка посмотрим, на воде засчитался, ребята? Нет. А как задание звучит? Повысьте силу трем питомцам на воде. Ладно, ребят, давайте мы, наверное, на сегодня будем закругляться. Уже времени, да, прилично поиграл, наверное, час. Увидимся с вами уже в следующей серии и, конечно же, продолжим. Обязательно пройдем все задания за заморозкой и будем готовиться с 21 числа к событиям, которые нам предоставит игра, как говорится, перед новогодними праздниками. А на сегодня все. Всем удачи и до новых скорых видосиков.